Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на Медовой Луне. Герой 100% Рофла Пикником, не советую пытаться повторить. Это почти наверняка не сработает. Играю на лоу рангах. Хочется делать какую-то херню. Ну и, собственно, буду сделать какую-то херню. На первом уровне прокачал пассивку, потому что крипы разводиться не стали. То есть вероятность того, что я сыграю бим, она не особо высокая. Вот пассивку немножко тут по крипам поиграл. А, я пару раз играл на Медовой Луне, там были очень унылые игры. Но, кстати, выигранные обе. То есть что-то в этом есть. А и до этого я играл без батла, но до этого и мид был куда более приятный, чем вот это вот, то, что мне предлагается. Тут возьму батл. Во-первых, придется регениться после Хараса от Верки. Во-вторых, ручкой ее не побить. А на заспам бимами требуется очень много маны. До этого я возил себе за 10 минут по 5 кларисов. Теперь думаю, ну, батл прокатит нормально. Тем более, что прокаст реально сильный. Скиллпоинтов у меня будет очень много. Так что успею замаксить пассивки. Плюху меня он сделал, поэтому вар тут не задонает. И заодно после виндрана подставился под 2 хита. Вообще великолепно. Рыжа надо было пытаться донайти. Зря я пока стоял. Не стал, кстати, бутл забивать, а я мискликнул. Ну как мискликнул? Привычка. В меди хилиться подстанил противника, спокойно хилишься, но эта привычка, она не учитывает то, что тут стан полсекунды длится. Вторая руна мне не достается, к сожалению. И ренжа ведь добил, крысёныш. Стики крыдану заранее. Спешить мне особо некуда. Он сейчас привезет себе ботл. И зарядит не очень много стиков. Нападает, заряжает стики. Отступает, тоже заряжает стики. Вот этот стартовый закуп на 600 голды. Когда ты потом планируешь рашить ботл, это очень забавно. Все, ладно, неоправданно было градить стики прямо сейчас. Я пытался это оправдать в первую очередь перед собой. Сейчас чувствую, насколько откровенно я себе напиздел. Просто захотелось заградить стики, толку никакого. Стики нужно было грейдить на 6 хотя бы зарядах. Все мы знаем, что выиграть СФа в миде просто невозможно. Благо, есть способ подраться с ним в равных условиях. Залетай на бесплатную мини-игру от Epic Loot. Играешь за Бару? Добеги до СФа, не нарвавшись на Кайлы. Играешь за СФа? Не дай Баратруму до тебя добраться. А также на их сайте есть боевой пропуск, где за каждый 15-й уровень выдается Аркана, а за 60-й — ДК-хук на Руджа. Чтобы упростить получение шмоток, я оставил в закрепе промо, с которым активировать боевой пропуск можно будет бесплатно, а не за 300 рублей. Также промо дает 15% бонус и пузырек с маной для чаржа на СФ. Удачи! Следить нужно обязательно очень внимательно за его обсервером. И в идеале будет взять здесь капельку. Теперь он почти наверняка будет рашить себе фейс... А, какие фейсы? Живелин. Не по шестой будет пытаться меня убить, но вне крипов. Точнее, не в крипах. Я сожру его моментально. Кстати, три глотка он выпил. И теперь есть смысл его харасить. Это Вентрант в двойку был. Бимы, напоминаю, очень сильно запаны. Так что если раньше
Макса Дебима было на максимальном тупизме, даже, наверное, в миде. Да сейчас что-то в этом есть. Но все еще не советую пикать луну в мирной одежде, что вы захрастите противника бимами. Потому что стики и танго это контрят в полной мере. 110 маны на такой монопул это очень дорого. А, я не прокликал, куда он вижн поставил. Мне просто из башки вылетело. Печалька. Бессознательно играю. Братан. Думаешь, за веткой стоишь, что в безопасности или что? Отдался за вард, как дешевая. Неважно. Так, и погнали сразу же в Dragonlance. Хотя нет, я не хочу играть с Dragonlance. Я возьму Мом Маганим. Ничего себе носится. Не понимаю, Виндран, даже для Виндрана, по-моему, перебор. Ай-яй-яй, сбил все-таки, крысеныш. Два глазочка Бэтла он скинул. Да это трэнш-атаки. Со старыми бимами не хватило бы. Еще в Епаче шарт, оказывается, апнера. Шарт однозначно буду брать в аганимном билде. Ну и опять же, аганимный билд, это не означает, что я магическая луна. Это означает, что я Кири Луна с аганимом. На всякий случай уточню. Это помню, я записывал радианцового Джаггера, а мне писали, бля, ебаный ты долбоеб, ты понимаешь, что с Радиком нужен Октарин и Этерил? Настолько эмоциональные комментарии, мне аж не по себе тогда становилось. Радианс давал 60 урона с руки. Больше, на 5 больше, чем БФ в том патче. На самом деле, жалею о своей прогулке домой. Вот такой вот более глубокий вард воткну. Ой, так хотелось, чтобы он меня зачейзил. Че тут опять нагазил? Ничего не нагазил. Любопытно. Да, вижу. А я был уверен, кстати, что уклонюсь. Можно было нажать иллюзию убить тачиться на развороте, но все еще бы надеяться, что ВРК подставится. Но взяли, конечно, допроверить ее вижен для этого. Еще надо было второй скилл на единицу взять. Так, а дайте-ка я два центрика возьму на всякий. Свалил отсюда. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Пошел! А на самом деле, немножко хуйню сделал. Так, выведу иллюзию, чтоб крипы отошли. Так, увел иллюзию. Но все равно два крипа вернулись. Ладно, давайте в удачу поиграем. Хорошо. Так, и теперь начинаю качать второй.
Не вижу героев на тэпе. Вижу тэчиса как бы, но... Это маловато, чтобы чувствовать себя в безопасности. Да, реально, Сларк приперся. Наказывать меня за побегушки эти. Если что, инвиз нажму. Вот здесь хочу проверить. Может быть, Тэчис дополнительный опс воткнул. Если у него есть один обсервер в миде, не значит, что у него не может быть второго. Охренеть, я не дотянулся. Вы видали сколько? Там, ну, максимум 15 дотаметров. Я опять не прокликал его вижен. Сейчас, когда мид оказывается таким простым, сразу вот режим подпиваться врубается. И вообще никак это не преодолеть. Выйду с линии. Иначе сдохну. Ладно. Тайминги у меня в башке были вообще идеальные. Стрэндж Бима такой крошечный. Визуально он всегда больше, просто из-за того, что... Не, давайте я это все-таки оставлю. На реген реально кайф. Из-за того, что кастаем огромный у Бима. Поэтому пока ты его докастуешь, там противник уже убегает на другую часть карты. Принудительно руна сработает через 8 секунд. Я бы эти 30 секунд к Верке бы яйца подкатывал, но на него тут в центре. А сейчас еще крипы подойдут. Как килл хотелось. Четвером. Бедная рыжая. Блять, вот тут в центре. Наебал. Давайте всем по глотку батла раздам. Остановись, плюс. Так, и давайте сразу огоним. Так, хотелось Драгонлайн с БКБ. Чисто, чтобы боевым быть. Но мой редклик не работает ни против Сларка, ни против ВРки. При определенных условиях. Зато бесконтактно закинуть ультимейт под какого-нибудь Акса. Это просто мечта. Ну и потом выйду бредкликера уже по новой. Эклипс 2 хочу. Наверное, пока что не хочу. У меня пока стадия кача. По соло цели мне без разницы, сколько у меня скиллпоинтов в эклипсе. Не знаю, есть тут вижен. Очень вряд ли. Будь здесь катапульта, я мог бы так вижен проверить. У катапульта радиус агро. Такой, что... Я катапульты ёбнутыми называю. Они реально вообще сумасшедшие. Идут резню чуть что устраивать. Еще, кстати, у Луны есть одна неочевидная фишка, безумно крутая. Я думаю, многие из вас о ней не задумывались. Ну, кто смотрел мои видосы по Луне, тот знает. Собственно, когда реализую, покажу. О, как раз можно показать. Смотрите, я бью основного Громозавра. Блять, сейчас не сработало, это, наверное, из-за ДДшки. Ну, это рандом, но, короче, 9 из 10, даже чаще, чем 9 из 10... А сначала умирают маленькие. И для этого даже ничего не нужно делать. По Венге бы проехаться, по Сларку бы проехаться. Хорошо. И есть сразу бабки на огонь. Раз идеально дофармил со вторым скиллом. Троечку. Эклипс именно в момент, когда он нужен. Именно к моменту, как он нужен. И на 15-м буду талантный эклипс брать сначала, а потом талант 10-го.
Еще по поводу макшного третьего, почему хочется максить третий. Когда играешь без первого скилла, второй в двойку, и дальше скиллпоинты уже очень слабые. Третий же достаточно крутые скиллпоинты. Важный момент, сейчас аура ночью глобальная. Так что вот на лайнинге я дамаксил третий, и у меня настолько кайфанули союзники. Что Акс, что особенно Фурион. Да лучше бы ты в мид куда-нибудь тпшился или в большой лес. Мид ему оставлю. Бэк. Чувствовал, что что-то будет. Я на самом деле должен был сдохнуть за эту пачку. Как раз замер. Осознание того, что избить меня могут. Если бы ВР-ка не поленилась, подошла, я был бы уже дохлый. Так, ну сейчас с агонимом на меня нападать гораздо сложнее. На меня с... На меня агонимного, имею в виду. Настасья, дуэль. Пацанов с Night Vision. А где мой ульт? Блять, я нажал ульт на крипа? Союзного, он сдох, и мой ульт закончился? Серьезно? Серьезно? Я же на область нажимал. Ладно, надо будет на себя в следующий раз нажать. Это такой фейл. Я причем, я выживал. А Сларк на мой ульт должен был выжимать свой ультимейт сразу же. А за 4 секунды он не выдает меня берстовку. То есть он меня, например, за 2 пакта убил, который КД 6-6. И еще и задержка. То есть он меня долбил как минимум 7,5 секунд. Судя по вот этой вот штуковине. А учитывая, что он, у него 0 дэмэджа, он выбил 800 физового, то еще дольше. А мой ульт продолжал бы. А без по минеру? В это время. А потом Старк без ультимейта отступил бы. Дебильная, блядь, механика. На крипа можно нажать. Я впервые вижу, как на крипа нажалось. Без ульта? Дотянулся все-таки до меня, крысеныш. Спрыты супер лишние. Сейчас уже с ультом. Сломал бы минку. Был бы живой, скорее всего. Маны залью немножко Аксу. Регенку заберу себе на будущее. Мало ли сколько лилей могу за месяц получить. Верка на подходе. Не надо, не надо! Жить хочу! Надо было регенку нажать. Может, если там стан не макшенный или макшенный? Макшенный. Запротящие венги почти всегда максят. Это коровы игнорят. БКБшка очень нужна. Я столько в Bloodmail нахерачил. Еще и бомбой попал в меня. Че ж телепорт такой долгий? Ты ТП-шился передо мной? Пол АФК сейчас был. Регенка как раз принудительно сработала, кстати. Фокусник. Ладно, надо покачаться. Хотя бы эти 15 секунд. Я, конечно, брал лейновый фарм между замесами и еще древних убил, но... Все равно в ФК каче я бы уже с БКБшкой был. Ну, я просто думал, я каждый раз сейчас буду приходить с ультимейтами по ультракиллу лутать.
Life is Strange, кстати. Хороший. Акс, я могу изнуть на себя ультимейт, и ты прыгнешь. Че думаешь? Не надо, не надо. Не надо. Оказывается, все-таки следовало. Хоть так озеркалили. Размен все еще не... А, теперь, кстати, вообще идеальный размен. Это я продолжал говорить до нападения Сларка. Свою мысль. Я без эклипса не особо охотник на АВРК. Ой, красавец. Вот была пора отказываться. Может, скаймагу подарить? Ну, скаймаг ему на пул 2000. Ему от этого батла ни горячо, ни холодно. Продам его тогда. И сразу же рашпайк, кто-то может сказать, что у тебя аганим за 4200, который дает 0 дэмэджа с руки. У тебя БКБшка, которая дает 0 дэмэджа с руки. Сейчас будет пайк за 5 кусков, который дает 0 дэмэджа с руки. И кто-то будет прав. Но я рассчитываю, что я просто буду находиться в центре файта. На попытку со мной драться. Челы будут тратить кнопки. Ну так, в принципе, моя плюха 200, моя скорость атаки 250. Это уже не так плохо. Тем более, что я даю ауру. Надо тавер на топе продавить. Столько времени на малый свод потратил, неоправданно много. Еще и, по сути, лейновую пачку упустил. Спейс дают, спейсом пользуюсь. Блин, с крипами я сам справился, братан. Я думал, ты на тавер прилетел. Дальше не пойду. Это аванпост я бы захватил. Я думал, Сайленс больше не сбивает захват аванпоста. Может, конкретно с мамом так работает? Давайте руну активную гляну здесь. Ой-ой-ой-ой. Какая красота. Кстати, я знал про эту мину. Забыл. Ладно, все равно три гения сейчас в пачке. Шустренько. И погнали обратно качаться. Талант. На самом деле, правый талант безумно крутой. Если я играю против Эрки, я покупаю Дейдалус. Не, СМКВшкой буду играть. Не нахуй. Талант набьем, все нормально. Есть что, 29-й апну. Подру не в паре моментов. Скажу, что случайно. На самом деле, игру затяну, чтобы на луне 30-го покайфовать. Надо будет вырезать это откровение. Без эклипса не хочется. Отнесусь как к спейсу. Если бы он был живой, я бы закурил Рошана сейчас. Крестнице надо будет Рошу. И в планах сейчас МКБ с Катя. И до эклипса совсем копеечка. Временем. Можно будет на топе засаду устроить. А может, эта курица ко мне подойдет. Это же было бы славно.
Второй нажмешь. Второй нажал. Этот как клац. Бим с талантом. Шард еще пора взять. Шард очень много урона с руки дает. Сами видите. Он еще и апнутый. Ну там за каждое попадание бимом получаешь дэмэдж, включая бимы с ультимейта. А вот правый талант на 20-м, он не работает на ульт. Нихуя себе ты смелый. Так, Найтвижн надо свой продемонстрировать. Хорошо. БКБшку все еще держу. Потрясающе. Давайте, наверное, сразу шард тогда. Второго Рошана не будет. Я не покупал шард с четким... У меня прям было ощущение такое, как будто эта игра обязана затянуться. Мне казалось, что противники от хайграунда это бьются очень хорошо. А они нет, они поскидывали выкупы, чтобы все равно потом идти по одному. Весьма неожиданно. И жду, когда ВР-ка вылезет. Это, кстати, очень неочевидно, что... Ну, очень часто из головы вылетает, что... Луна Night Vision 1800. Все-таки вылезла ВР-ка не на меня. Я думал, здесь где-нибудь постоит. А я как спайка. Хуяк, на рожу. Ну, подождем дополнительных клиентов в таком случае. Я такой, типа, медленно, нерасторопно пушу. Блин, собью? Не, не дотягиваюсь. Педалака. Мститель. Выкупился, пришел, отомстил. Ничего себе ты, прыгун. Хорошо. И 250 дэмэджа. Но для этого, кстати, откровенно мало. Я вот отсюда до сюда бежал. Урон практически закончился. Ну это 30 левел у Луны, ёбнутый абсолютно. А когда вот эти, ну, два таланта 20 синергируют. И два таланта 15. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и мир вам.